С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин призвал отечественных кинематографистов сформулировать кодекс корпоративной этики. Выступая на заседании Совета по кинематографии, он отметил, что сегодня крайне важно обеспечить киноискусству достойную содержательную миссию. Речь идет не о попытках навязать свою позицию, заставить выдерживать правильные идеологические форматы. Я говорю о самоконтроле и ответственности, подчеркнул премьер. В пример он привел известный этический кодекс Хейса, который был принят в 1930 году Американской ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов. Те, кто подписывал тогда этот кодекс, брали на себя обязательство не снимать картин, подрывающих нравственные устои общества, склоняющих симпатии зрителей на сторону преступников, не допускать пренебрежения религиозными и семейными ценностями, не допускать пропаганды насилия, наркотиков и алкоголя, сказал Путин. По его мнению, не будет лишним подумать над этим, чтобы перенять этот позитивный опыт и сформулировать подобный свод этических норм. Наши кинотеатры, телевизионные эфиры, радиоэфиры заполняют все больше и больше продукции со сценами насилия, убийств, предательств. Более того, доступ к ним детей и подростков не ограничен, констатировал Путин. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске новости спорта.